Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сегодня никого уже не удивишь экзотическими животными дома. Многие отваживаются держать в качестве питомцев крокодилов, разных змей, обезьян, даже крупных диких кошек. Это, конечно, все дань моде и желание похвалиться перед друзьями. Но иногда люди становятся обладателями экзотов, невольно желая помочь попавшему в беду животному. Одна женщина случайно столкнулась на дороге с маленьким зверьком, похожим на поросенка. Поскольку рядом никого из взрослых особей не было, она решила забрать детеныша из опасного места, где его могли съесть хищники и причинить вред люди. Женщина видела, что он немного отличается от привычных нам свиней, но решила, что это дефективный поросенок, имеющий неправильное развитие. От этого она прониклась к бедолаге еще большей жалостью. Малыш хорошо вел себя в доме, ничего не портил, был веселым и забавным. Женщина привязалась к нему, но со временем стала замечать, что он становится похожим совсем не на свинью. Нос его стал слишком длинным и узким, на ногах вместо копыт росли пальцы с когтями. Весь он больше напоминал маленького муравьеда. Он совсем не был ленивым, наоборот, активничал вечером и ночью, пытаясь по всему дому рыть норки. Забиваясь в узкое место, он успокаивался и затихал. Женщина проверила информацию в интернете и была шокирована. Бедная маленькая свинья, которую она спасла случайно, была не диким кабаном, а животным под названием трубкозуб. Его нос поначалу и правда напоминает свиной пятачок, но в остальном это совсем другое животное. Трубкозубы – древние родичи современных слонов. Они относятся к редким видам, находящимся под охраной государства. После того, как женщина узнала, кого приютила у себя, она все же решила отдать малыша в зоопарк. Ей было жаль расставаться с питомцем, но она понимала, что не может обеспечить ему должный уход. К тому же, там у животного появится шанс вернуться в родную стихию. В живой природе трубкозубов остается все меньше и меньше, и каждый особь становится особенно ценным. А смог бы ты отличить поросенка от трубкозуба? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.